Доброго ранку усім. Зараз о 3:30 ранку. Ми з вами перебуваємо у наметовому містечку номер 2 на вулиці Хрещатик. Ви зараз бачите, власне, рештки наметового містечка, яке залишилося після нічного погрому, який здійснили, за словами чергових наметового містечка, близько 6 осіб. Як вони сказали, ці 6 осіб прийшли досить раптово, буквально протягом всього лише однієї хвилини вони змогли здійснити такий погром містечка. Залишилася от частина лише із нього, що все сталося, з їхніми словами, так швидко, що вони навіть фактично не встигли дуже швидко зреагувати на події, які тут сталися. От, власне, ці рештки містечка, які зараз залишилися на Хрещатику. Ми зараз чекаємо слідчо-оперативну групу, яка за викликом має прибути на місце події. От, власне, зараз, розумію, прибула слідча оперативна група, і очевидці цього погрому нині дають пояснення. Чергування за адресою. Чергування за адресою. Також можна взяти. Що, з яких саме причин та хто саме пошкодив майно, мені не відомо. Доброе утро. Сегодня в ночь с 25 на 26.06 наш наметовый городок, было порядка 6 человек, которые напали и пытались разгромили его. Собственно говоря, то, что вы видите сзади, да? То есть это порядка 6 палаток, которые были ногами, руками разгромлены. Значит, выкрикивали разные вещи, типа того, что вы тут бухаете, что вы тут пишете против Кличко. Фактически мы пили в это время чай, то есть готовились ко сну. Один из наших товарищей уже пошел отдыхать в палатку, но вовремя услышал крики, мы вызвали полицию, потому что начался разгром. Люди молодые очень быстро скоординировались и ушли в сторону ЦУМа, Бессарабки. Двое из людей, которые были нами замечены, по нашим подозрениям, были на другой стороне. Было видно, что они снимают это все на видеокамеру, после чего они ушли в другую сторону. То есть это было два человека. Позже, после того, как мы вызвали полицию, приехала полиция, здесь уже проходила съемка и так далее, еще один человек, непонятно, почему он подошел, покрутился здесь, вернулся опять назад. При этом он расспрашивал, что здесь происходит, какие события, и интересовался продолжением сегодняшней ситуации. То есть сегодня у нас была вот такая ночь, слава богу, люди не пострадали, это главное. Вызвали патруль, так? Вызвали патруль, в 2:18 мы набрали патрульную полицию для того, чтобы они приехали и помогли нам разобраться в этой ситуации. Милиция с КМДА, которая была, к сожалению, пыталась догнать ребят, которые все это устроили, но так как они не могут покидать свой периметр порядка 10-15 метров, то есть ребята смогли убежать, а патрульные вернулись. Слідчо-оперативні групи пояснення дали? Слідчо-оперативні групи пояснення дали, заявлення написали, і також приїжджала Магнолія ТВ, не Магнолія ТВ, Київ-оперативний, так, теж все провели зйомку і порозпрашували.